Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. Знаете, я думаю, что вот у меня такое ощущение возникло, когда я читал ваш текст, что вы боитесь, что вам человек навяжет свои собственные желания. Собственные какие-то, не знаю, может быть, ценности, правильно сказать будет, вот, может быть, ценности, может быть, какие-то идеи, взгляды, вот, какие-то предпочтения, какие-то стремлений и так далее. То есть вы боитесь здесь, как мне кажется, того, что вам навяжут что-то, чего вы не хотите. Но у меня в таком случае вам вопрос, а откуда этот страх, что вам могут навязать то, что вы не хотите? И у меня есть ответ на ваш вопрос, что возможность у других людей навязать вам то, что вы не хотите, может быть только в одном практически единственном случае. Это случай, когда вы сами не знаете, чего вы хотите. То есть вы сами сомневаетесь в том, что вы хотите, а человек вам, условно говоря, начинает навязывать то, что он хочет, ну потому что это вот, как правило, это вот так работает, что если вы не знаете, чего хотите, если вы не знаете, вот, то другой человек знает, чего вы хотите, к сожалению. Это вот так, к сожалению, работает. И все. И получается, что то, о чем вы здесь говорите, связано с тем, чтобы что вы пытаетесь защититься, от интервенции по отношению к вам. От интервенции по отношению к вам, возникающей по причине того, что, в общем-то, вы сомневаетесь в том, что вы хотите, что вы, в общем-то, не уверены в том, что вы хотите, что вы, в общем-то, не знаете, чего хотите, иногда, а может быть и довольно часто. И отсюда возникает такая вот необходимость в том, чтобы донести, как вы говорите, мужчинам, то, что вот вас не нужно заставлять делать карьеру. Ну, я отчетливо чувствую здесь, что вам нужно одобрение людей. Я отчетливо чувствую здесь, что вам нужно одобрение мужчин, чтобы мужчина вам как будто бы разрешил не делать
карьеру, а сами вы себе это разрешаете не до конца. Понимаете? А следующий момент. Вы говорите, чтобы не заставлял делать карьеру, для меня нормально работа на полставки. Хорошо. А чего вы хотите? Ну, то есть, карьеру делать вы не хотите, работать на полную ставку не хотите. Тоже прекрасно. А чего хотите? Вы дайте человеку понять, чего вы хотите-то. Потому что, ну, нужно, чтобы были общие желания, нужно, чтобы были общие ценности. Вот. Дальше. Я очень хочу найти мужчину, который бы не заставлял делать карьеру. А желание найти мужчину, который не заставлял бы делать карьеру, на что у вас нацелено, вот это желание? Чего вам хочется больше, чтобы вас приняли, чтобы вас поняли? Ну, пока получается немножечко в таком контексте речь. То есть, пока получается, что вам хочется, чтобы вас приняли. Пока получается, что вам не хватает принятия, не хватает признания, не хватает спокойствия, наверное, не хватает защищенности. Для этого вы хотите человека встретить мужчину. Или есть какие-то еще другие моменты. Подумайте об этом, потому что строить такие отношения, где условно нет ориентира на человека, а есть ориентир на себя только. Ну, это немножечко проблематично будет. Вот. Понимаете, какая штука? Так что рекомендую вам на эти вещи обратить внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!